Сезон ямочного ремонта в регионе в самом разгаре. Из-за резких перепадов температуры зимой дорожное полотно сильно пострадало. Теперь у дорожников обширный фронт работ. Ямочный ремонт мы производим, начиная с января месяца, на дорогах с асфальтобетонным покрытием. Таких дорог регионального и межмуниципального значения более 2500 километров. И они наиболее подвержены воздействию после зимнего периода. В зимний период из-за перепада температур образуются дефекты. Приоритет отдается дорогам с высокой интенсивностью движения. Например, по этой трассе в Новоталицах за сутки проезжают более 1000 автомобилей. Причем львиная доля из них – большегрузы. За зиму дорожное полотно существенно износилось. Прежде чем залатать, ямы фрезеруют и очищают от пыли и грязи. Каждую неделю на ямочный ремонт дорог региона расходуется более 200 тонн асфальтобетонной смеси. Сейчас температура такая, что обыкновенным асфальтобетоном нельзя работать, ни песчаным, ни гравийным, только литым. Асфальтобетон такой, что повышенное содержание битума и мелкая фракция щебенки. Даем гарантии на все эти виды работ. Технологии, как правило, всегда соблюдаем, то есть сами видите. Прочностные показатели у литого асфальта, по словам рабочих, одни из самых приемлемых. Так что как минимум один сезон эти заплаты простоят. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.